Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны, маршалы. На связи штаб игрового спецназа, смены связист Иван Создатель. И мы продолжаем заполнение журнала отчета по делу Лего The Hobbit. И так получилось, что предыдущую серию, вот эту точнее, я не смог, то есть я заново снимаю, по причине того, что... я из-за слепящего в монитор солнца я забыл поменять эти настроения. Ну как его, я просто из-за слепящего солнца в монитор я не смог продолжить вторую, ну, записать вторую половину миссии, поэтому сейчас я заново снимаю, исправив то есть кое-какие недочеты. Именно то, что увеличив подсветку, чтобы было видно без фиала Галадриэля и посоха Гэндальфа всякие потаенные темные уголки пещеры и уровней в целом. Так, сейчас дайте я посмотрю. Так. А тут у меня все сбросилось, хорошо. В предыдущей миссии произошло такое, то есть я просто переживал, что насчет секреток. Я предыдущую миссию, я как его просто перед, значит, предыдущей миссией я, конечно же, показал типа как собирать вот, то есть сборку ключа от пещеры. Так, давайте-ка лучше возьмем кого-нибудь покомпактнее, что ли. Так, Дори, не буянь. Так, что-то мы так собираем цепь для... Так. Поднимаем как у противовес. Так, и тут нам нужен топор. А. Что-то они, блин, так орут, что как будто, блин, их насилуют реально. Так, вот мини-набор у нас тут спрятан. Так, тут нам нужен подрывник. Так, это у нас тут не то. Так, ломаем тут все, что ломаемо. Собираем все, что собираемо. Так, Гэндальф, тут работа для тебя. Так, золотишко там лежит. Лишним не бывает. Нет, подожди. Открывай давай. Так, и мы нашли Гламдринг. Их не ковали, не тролли. Так, тут у нас... Так, тут нам нужно накормить бамбура. Так, давай-ка... Чтобы он превратился в батут. А, тут сундук тоже ломается. Тоже хорошо. Подождите, может тут что-то... Нет, тут не ломается ничего. Жалко. Так, вот уже второй... Так, Гэндальф, давай-ка ты. Так, ну давайте тут сюда слазим. Сейчас эти долбоебы за нами попрутся. Так, тут у нас работа для Горлума есть. Или для какого-нибудь... А, не только для Горлума, для Гоблина еще есть. То есть как-то... То есть все-таки прикольно, что не только Горлум, но еще и эти гоблины умеют тоже ползать по таким вот стенкам. Это тоже прикольно, если придумали. Так. Так, это... Да, я помню, что нам нужен Ори.
Так. Так, тут мы ломаем это. Там еще одна взрывашка. Еще один подрыватель нужен. Так, Ори. Работа для тебя. Раз. Второй камушек. И третий камушек. Так, собираем тут что собираемое. А, вот да, там наверху сундук стоит. Так. Подожди, это или... А, би... а тут на... там нужен Бильбо, да, то я полез было за Ториного. И тут нам нужен... Так, и при помощи трости открываем сундук и достаем жало. Так, ага. И нам осталось найти Оркрест для Торина. Так, тут мы вроде бы все собрали. Ну, Генев, тогда давай ты веди. Все, блин, боятся темноты. Вот опять же, я вот не понимаю, тем более, как я по... ну... Так, ну давай кормить тебя будем, Бомбур. Так, это и рыба. Превратим тебя в батут. Так, и тут нужен... Там нужен будет Торин вроде бы. Да. А, нет, тут нам нужен Дори. Подожди. А, собираем сначала. Ну да, тут нам Дори нужен, но не сразу. Так, давай. Так, тянем, потянем. Готово. Так, и еще одна цепочка, то есть еще одна работа для цепочки. Ага, тут ломаем. Так, и тут нам нужен как раз-таки Торин. Потому что это в том сундуке лежит Оркрест. Признаться честно, тайник тролля для меня очень любимая миссия вот в этом плане. Что типа мы тут... Я вот опять же, когда я еще записывал предыдущую серию, пытался эту серию записать, задавался таким вопросом, а почему... типа Гэндальф, Торин выбрали именно эти мечи, типа Оркрест и Гламдеринг. Ну, Бельбо-то понятно, почему он это, типа, кинжал в самый раз для хоббита из-за их малых габаритов. Так, а вот Радагаст бурый. Радагаст. Я искал тебя, Гэндальф. Так. Это волк? Волк? Нет, это не, не волк. Так, у нас тут... Так. Ой, блин. Так, там, ну, тут нам там нужен килли. Давай... Ай! Больно же, зараза. Давайте тут ломать. Так, откапываем кролика. Мы сейчас должны лечить кроликов. Так, ну нам еще тем более нужен сейчас Бофур. Да, Бофур. Кстати, я как этот Клим Жуков, когда обозревал фильм «Король», он говорил, что была такая династия Бофуров, так, которая тоже правила, типа вот, которая правила Англией. То есть она была, как вот, точнее, она была семьей воспитателей для Генриха, вроде бы, Генриха IV. Потому что для Генриха V была семьей воспитателей была семья Перси. А тут вот такая вот отсылка. Так, тут нам тоже нужен Радагаст. Но сначала мы давайте поломаем тут все ради денег. Конечно, мы вряд ли наберем тут все, что нам нужно. Обидно, конечно, что я не заснял то, как я собирал ключ для от пещеры. Ну да ладно. Так. Ну давай, лечи этого. Ну, лечи доступных. Там у нас просто еще есть мини-квестик.
Так, один кролик готов. Не в плохом смысле, что его убили, а в смысле, что он вылечен, вылечился, его вылечили. Вот. Так, там у нас варги атакуют. Вот жалко, тут у нас кили нету. Но слава богу, что есть фили. Ой, блин. Давай, лечи. Так. Второй кролик готов. Так, это, конечно, такая крупная отсылка к тому, из-за чего Радагаст подорвался искать Гэндальфа. Там он обнаружил, что лес болен вот этой вот всякой всей этой хренью из Мордора. Так. Давай-ка. Ой! Типа, подожди. Что-то. Давай-ка, два подсолнуха долбани. Так, нет. Вот так, долбани еще по еще двум подсолнухам. Так, тут нам нужен Двален. Потому что тут нужен молот. Так, и вот, третий мини-набор. Так, так, Двален. Да, Двален. Бьем. Так, теперь давай лезь туда. А, он не отдастся просто кролика, мы должны его сейчас словить. Давай тогда фармить тут деньги, ресурсы для нас. Так, веревки. Тут нам нужны этим. Нужно воздействие кольца всевластия, которое в дальнейшем у нас появится. То есть, вот опять же, я понимаю, что Властелин колец вышел первее Хоббита, но было бы прикольно, чтобы у Властелине колец была такая же возможность, чтобы мы могли. Вот так, освобождаем кролика из пасти этого варга. И давайте тут еще за Дори поработаем. Тут нужно расшатать дерево. Так, и что-то тут строим. А, ну, верстачок небольшой. А, что я хотел... А, вот обидно то, что вот эту вот фишку становиться невидимым при помощи кольца всевластия добавили только в Хоббита, а не во Властелин колец. Но, с другой стороны, понятно, почему ее добавили, потому что тогда бы была бы такая небольшая, как его, мы бы постоянно бы были бы под вниманием Саурона, так что, так, медь, так, дерево, а как там в этом, вспомнил в этом, в Stronghold Crusader, который тоже буду проходить, нужно дерево, или как в Варкрафте. Нужна древесина. Склоняюсь перед вашей волей. Так. Так, мы строим тут какой-то подъемник. Так, раз. Два. Так, ага. Второй этап. Да свершится предначертанное. Нельзя сотворить здесь. Так. Угу. Так. Вот, кстати, именно на этом моменте я и решил как-то, ну, как его, прервать серию, потому что, ну, блин, не видно, что там из слепящего света, что там надо делать. Так, и доску. Отлично. Готово. Так, это у нас такой подъемник получается. Так. Подожди-ка. Радагаст. Ой, так, блин. Да, блин, не-не-не-не-не. Дори! Блин. Твою мать, Радагаст.
Давай-ка ты, Радагаст, лучше залезай. Да блин, да что ж такое-то? Ну ладно. А, мы должны там... А у нас... А, кролик сам сваливается? Обалдеть. Вот это придумали, конечно. А то я думал, надо персонажа поставить, а там... Потом повертеть за персонажа, типа забраться на ветку и там его кролика вылечить. Так, последний кролик вылечен. У нас будет сейчас опять касценка. Ой, какая милашка. Ой, какая милота. Все, блин, ныкаются от этого клинка. Ну, это понятно почему. Потому что это моргульский клинок. Пауки Гэндальф, они пришли из Долгулдура. Но Великая крепость заброшена. Нет, Гэндальф, уже нет. Вот, признаться честно, что в фильме момент с Долгулдуром, что в игре, что сам Долгулдур в игре реализованный, он остается у меня самой любимой локацией и уровнем. Даже я как... О, а вот сам некромант. Даже в игре Третья Эпоха, которая является модификацией для второго Medieval 2 Total War, это гундабадские варги. Ты не сможешь убежать. А это росгобельские кролики. Посмотрим, кто кого. Вот этот момент тоже нравится. Что в третьей в модификации к Total War под названием Третья Эпоха, что в фильме, что Ты в знаешь, я не могу Хоббите. найти, наверное, свою Машку. Вот куда ты ее Тихо! еще кладешь? Так, и у нас тут начинаются небольшие гонки. Так, давай. Так, нужно убить тут. Ай! Готов. Так, у нас тут еще что-то. Так, давайте тут посмотрим, что тут. Так, третий сбит. Ну, мы тут по кругу носимся, так что ничего страшного. Так, давайте тут посмотрим, что тут. Да как? Так, четвертый сбит. Я тут решил, что давайте сначала тут я секретку соберем, а потом уже можем помутузиться с орками Гундабада. Так, мини-набор у нас. И вроде бы все. Вроде бы нет. Не знаю. Блин, пропустил. Ну ладно, сейчас мы на втором кругу его подцепим. Вот ненавижу я вот такие вот миссии, где нужно ловить мини-наборы, вот убегая от кого-то или так что-то в этом духе. Вот это еще было, наверное, вы поняли, когда смотрели «Властелин колец», где мы, во-первых, убегали от Черного Всадника, а во-вторых, убегали из Роковой горы. Там вот была похожая миссия, и мне, блин, приходилось... Внимательно, внимательно. Есть! Отлично! Так, нам осталось снять еще двух гундабадских. Так, давай. Так, еще один. Готов! Отлично. И остался еще один кундабадский орк. Блин. Так, снимаем. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Готов! Отлично. Так. Они учуяли гномов, ну, в кавычках, конечно же, учуяли. Варк, конечно, хочет охотиться на кроликов. Такая небольшая анархия. Так, у нас тут нас атакуют орки. И признаться честно, еще когда я впервые услышал название горы Гундабад, откуда, кстати, родом Азок Осквернитель, и потом, когда я смотрел прохождение игры
«Война на севере», тоже по «Властелину колец», мне очень что-то заинтересовала тема Гундабада. Именно то, что... То есть, а именно то, что... Так, у нас тут нужно место для стрелков. Ай, больно! Так, Гендальф, давай-ка ты тут поработаешь, что нам нужно... Ага, сбиваем эту хрень. И тут нам нужен топорщик. Так, нам нужен топор. У этого, у Торина есть топор. Сейчас мы возьмем топор. Блин, давай. Да. Берем. Так. Блин, вот не могу, вот как его, без смеха смотреть на то, что с этих, с этого, с... Так, давайте-ка возьмем тогда... А, нет, тут нам нужны эльфы все равно. Так что не получится нам запрыгнуть туда. Хотелось бы. Подожди-ка. Подожди. А нам тут... Подожди, а давайте-ка Килли возьмем. Может, он может снять эту хрень. Нет, не получается. А, или... А, ну, все равно. Так, нет, Гэндальф. Тут нужна твоя работа, чтобы ты взял мини-набор. И у нас, кстати, шестой набор из 10. Тоже очень прикольно. Так, снимаем тут сталактиты. Сбиваем их. Блин, что-то они то сбиваются, то не сбиваются. Так, тут нам нужен гном с рогаткой. Так. Это вроде бы Ори, да. Так. Но. Ну и перед этим нужен еще взрыватель. А взрыватель это у нас Руман. Так. Тогда мы берем гномов, чтобы они объединились и разбили тут нам проход дальше. Бам! Готово. Отлично. Так, денежки. Так, слезай, давай. Ломаем тут все. Так, лучник как раз там, ну, тут нужен. Так, орк. Я еще в придачу, кроме этого, немножечко не понимал, еще когда даже там слушал аудиокнигу по «Властелину колец», я немножечко не понимал, в чем разница между орками и гоблинами, потому что в аудиокниге, в третьей книге под названием «Возвращение короля», там в моменте, когда Фродо и Сэм сбежали с Кири Тунгала, там говорилось, что там был диалог между гоблином и орком. Я думал, что орки, они, ну, как бы, как сказать-то, ну, что они, как бы, ну, внешне, по характеру они одинаковые, но вот по образу жизни они разные. Ну, по сути, это так. Хотя есть и орки, которые вот обитают только под землей. А есть... То есть, точнее, я хотел сказать, что гоблины от орков отличаются тем, что они исключительно ведут ночной образ жизни. То есть, они живут только в пещерах. А орки, они могут и как в пещерах, так и вне пещер жить. Так, у нас тут кожа, кстати. Блин, тут у нас... Так, давайте лучника тогда возьмем сейчас. Киле, давай. Так, давай. Получи. Готов. Подожди-ка. Последний. Готов. А, нет, промазал. Блин, сколько кожи и мяса тут они, блин, мы наберем. Блин, больно. Готов. Бежим, глупцы. Так, первый. Второй.
Ну там. Блин, не все на Гэндальфа. Так. Эльфы. Это был твой план? А Гэндальф такой, а я чё, я тут ни при чём. Так. Называется побег. А нет, тайник троллей называется. Фу ты, я, блин, перепутал следующие миссии, или как там. А. Я, извините, просто у меня тут план на этот, на то, что я прохожу. Типа, я прохожу Хоббита и метро Луч Надежды. И немножечко спутался. У нас миссия называется Тайник троллей. Блин, ну немножечко не набрали. Ладно. Так, мини-набор. А вот мини-набор, это мы, блин, хорошо постарались. 6 наборов из 6 частей из 10. Это, кстати, будут сани Радагаста. Так, давай. Ну, блин, столько событий, и все в горах. Да уж. Хотя мы еще только на подступе к горам. Но путешествовать, кстати, ну вот, узнавать обстановку в Ривенделе, а также, типа, вот, также будет совет братства, так называемого, в котором состоит Гэндальф и Элронд как раз, это будет уже в следующей серии. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Конец связи.